Возвращаясь к истокам, род Татаркуловых восстановил свой фамильный склеп в ауле Хурзук Карачаевского района. Подробнее расскажет Алла Качиева. Как выглядели первые фамильные склепы? Принято считать, что их прообразами были пещеры, куда относили усопших. Склеп же или усыпальница – это разновидность семейно-родового мемориального комплекса, объединяющего место упокоения представителей нескольких поколений одной семьи или рода. Традиция возведения таких склепов на Северном Кавказе своими корнями уходит еще в эпоху бронзы, вплоть до раннего Железного века. Склепы существовали, в основном они были подземные. И уже в 3-4 веках нашей эры и вплоть до 18 века традиция сооружения вот таких вот могильных склепов, она идет беспрерывно. С 3-4 по 7-8 века они, как правило, были подземные. В 8-11 веках они становятся полуподземными. И вот то, что мы сейчас видим, перед нами это уже склепы, которые начали строить с 11 века и вплоть до 18 века. Всего полтора столетия назад семейный склеп Кишине у карачаевского народа был рядовым типом захоронения. Этот старинный памятник – один из 55, которые находятся в Большом Карачае, в древних и живописных аулах Карджурт, Учкулан и Хурзук. Известные российские ученые много лет занимались исследованием этих склепов. Мы сегодня находимся на исторической территории рода Татаркуловых. Наши предки с 15 века жили вот именно на территории Хурзук. И мы сегодня находимся здесь, чтобы открыть восстановленный нами склеп родоначальника нашей фамилии Татаркуна. Татаркуловы в течение полугода восстанавливали свой родовой склеп в Хурзуке. Представители фамилии достроили частично сохранившиеся стены, фундамент и ограду. В день открытия установили табличку родоначальнику Татаркуну от благодарных потомков. Сохранились рядом со склепом несколько могил, ведь это являлось местом последнего пристанища для ближайших родственников. Раньше приезжали с отцами, с дедами. А теперь будем приезжать со своими детьми и со своими внуками. Будем рассказывать, чтобы наша история не прервалась. Алла Качиева, Ахмат Чучаев, Олег Молхожев, Вести Карачаево-Черкесия, Карачаевский район.